Что я делаю? Я варю пельмени и сейчас собираюсь еще заодно распаковать вот эту маленькую посылочку. Сегодня получила ее на почте. Давайте вместе распакуем, посмотрим, что там. Хотя для меня это уже далеко не секрет, так как я прочитала на упаковке, что это часы. Упакованы эти часики вот так. Они очень легкие и они детские. Открою вам секрет. Нет, Кузя, это часики не для тебя. Давайте дальше смотреть. Вот как они выглядят. Тут, конечно, калькулятор еще какой-то есть, но я не из-за калькулятора их заказывала, а просто из-за того, чтобы часики были вот такие вот у ребенка. Сейчас еще сниму с них пленочку и посмотрим более внимательно на них. Они сейчас показывают время 12:50, у нас уже побольше, 12:59. Может быть, они отстали, пока шли, или я не знаю, неправильно выставлены, ну или неправильно время показывают. Здесь можно как-то выставлять настройки, я думаю, все это потом поменяю. Вот, да, можно, если нажимаешь на кнопочку «On», то можно считать на калькуляторе 3 плюс 2 равно 5. Все считает. Так, ну-ка давайте 2 умножить на 6. Равно 12. Все правильно, все считает. Меня Кузька дергает, не обращайте внимания. А ремешок очень мягонький такой, сами они очень легкие. Ну, я не знаю, не из-за калькулятора, конечно, покупала. Вряд ли он будет им пользоваться. Тут еще сложно попасть, хотя можно, в принципе, маленьким детским пальчиками попасть. Просто хотела, чтобы часики у него были на руке. Для того, чтобы время узнать, нужно нажать кнопочку M, и снова появится время. Вот, прикольно такие так-то часики. Правда, разрешат ли их носить в школу теперь из этого калькулятора? Не знаю, стоили они вообще там какие-то копейки, доллар примерно или что-то около того. Ссылку я оставлю, а вы сможете заказать тоже. Сейчас попробую поставить время и посмотрю, правильно ли они будут у меня время показывать. Вот, как всегда, ни одна распаковка без него не обходится. Конечно же, вот, надо его тоже распаковать, попробовать, да, Кузя? Давай запакуем тебя в коробку, а потом я тебе распакую. Мордя моя, мордя. На руке тоже нормально смотрится. У них много дырочек в ремешке, и поэтому как раз еще даже не на самую последнюю застегнули. Вот так вот. Большое спасибо за просмотр.